Участвовать в заездах сможет каждый желающий. Первыми на старт выйдут самые юные велолюбители 2020 года рождения и младше. Им предстоит преодолеть 100-метровую дистанцию. Наличие шлема обязательно. Гонки начнутся 1 июня на городской набережной. Сейчас продолжается регистрация участников. Ее можно осуществить по указанному QR-коду на госуслугах или по ссылке в группе «Спортивный Муром» во ВКонтакте. При прохождении регистрации важно указать категорию участия – индивидуально, предприятие или семья. К тому же спорткомитет запустил фотоконкурс. Любители и профессионалы могут поделиться своими интересными фотографиями с велосипедом. Фото добавляйте в альбом. Оценивать будут лайками подписчиков сообщества. Победители определят 31 мая большинством голосов. Их ждут памятные призы, которые будут вручаться 1 июня в рамках проведения велогонки.